Что такое тоталитаризм? Что такое тоталитарное государство? Это государство, в котором узкая группа людей контролирует все стороны общественной жизни. Граждане никак не участвуют в государственных делах. Критика правительства запрещена, а политическая конкуренция отсутствует ввиду отсутствия многопартийной системы. Но является ли многопартийная система гарантом демократии? И всегда ли приводит однопартийная система к отсутствию политической конкуренции? Если мы вспомним историю СССР, то, я думаю, мы сможем ответить на этот вопрос. Итак, давайте с вами разбираться. После смерти Ленина вспыхнула острая политическая борьба между блоком Троцкого и блоком Сталина. Сталин сумел отстоять свой курс сначала в узкопартийных кругах, а затем нанес сокрушительное поражение троцкистам уже в масштабе страны. Итак, умерла ли конкуренция в КПСС после победы Сталина? Нет, конкурентная борьба продолжилась и после. Например, Хрущев ушел с поста генерального секретаря не по состоянию здоровья, его сместили с этого поста. А он, в свою очередь, отодвинул всех главных претендентов на пост генерального секретаря из команды Сталина. Как видите, конкуренция в однопартийном СССР шла гораздо острее, чем во многих многопартийных странах. Эпоха Сталина – это одно, Хрущева – второе, а Брежнева – третье. После каждой смены власти существенно менялась как внутренняя, так и внешняя политика. Чего не скажешь о многих демократических многопартийных странах. Власть в США меняется регулярно, только вот рядовые американцы не чувствуют никаких ощутимых перемен к лучшему. Я уже молчу про развивающиеся страны и страны третьего мира, в которых, несмотря на многопартийную систему, власть не меняется вообще. Но постойте, мы забыли еще одну очень важную деталь. Одна только смена власти ничего не доказывает. Вот, к примеру, в старину царей регулярно убивали, травили, однако простой народ в этих переворотах не принимал участия, это была абсолютная монархия. Насколько плотно задействован народ в государственных делах? Насколько широкие социальные группы могут влиять на принятие политических решений? Именно это основные вопросы, на которые нам с вами стоит обратить внимание. А о чем тут говорить, скажут некоторые эксперты. В СССР же выборов не было. Собственно, вопрос закрыт. Расходимся, ребят. Да, в СССР не было буржуазно-демократических выборов, но были другие выборы по своей альтернативной системе. Всесоюзный съезд советов. Высший орган государственной власти Союза СССР с момента образования до принятия Конституции 1936 года. Всесоюзный съезд советов состоял из представителей советов всех советских республик по нормам. От городских советов один депутат на 25 тысяч избирателей, от краевых, областных и республиканских съездов советов один депутат от 125 тысяч жителей. В декабре 1936 года была принята новая конституция, так называемая сталинская. Выборы до 1936 года проводились в производственных коллективах, а не по территориальным округам. Таким образом, труженики мелких предприятий как бы выбрасывались из процесса, а промышленные рабочие получали существенное преимущество. Конституция 1936 года существенно расширила круг лиц, участвующих в голосовании, не только благодаря переходу на голосование по территориальным округам, но и благодаря возвращению избирательных прав священнослужителям, бывшим полицейским царской армии и так далее. В ней было записано: все граждане СССР, достигшие 18 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать в выборах депутатов и быть избранными. Отдельными статьями гарантировалось соблюдение избирательных прав женщин и военнослужащих. К примеру, в США, которые многие считают эталоном демократии, полное избирательное право чернокожее население получило только в 1965 году. Хорошо, но какой смысл в этих выборах, если партия одна? Голосуешь не за партию, а за конкретных людей. А кандидаты, которые не выполняли свои обещания, могли быть отозваны раньше срока, чем охотно пользовались советские граждане в 20-х и начале 30-х годов. В избирательных бюллетенях помимо членов КПСС можно было голосовать за беспартийных кандидатов. Беспартийные депутаты в отдельные годы забирали до 30% мест съезда. Также в наличии имелась графа «против всех», которую у нас, кстати, отменили в 2006 году. Да, кстати, в США всеобщее голосование имеет рекомендательный характер, а кандидатуру президента по факту выбирает коллегия выборщиков из 538 человек. По многим показателям многопартийная система США менее демократична и предоставляет своим гражданам меньше рычагов управления, чем однопартийная система Китая, Вьетнама или Кубы.
Таким образом, нам с вами стоит помнить, что многопартийная система не гарантирует власти народа, а однопартийная, в свою очередь, не обязательно несет с собой авторитаризм. Все зависит от классовой расстановки сил. От нас с вами, именно от нашей организованности и активности зависит справедливость в обществе. С вами был Василий Садонин, это проект «Выход есть». Подписывайтесь на наш канал, заходите в группу ВКонтакте, ссылка под видео. До скорых встреч, друзья. Пока.